Десятая часть населения земного шара – левши. Долгое время им приходилось приспосабливаться под мир, настроенный на праворуких. Наконец, производители товаров стали учитывать и их удобства. В первую очередь выпустили специальную ручку для людей с доминирующей левой рукой. В чем ее особенность? В том, что у нее есть специальное углубление для пальчиков левой руки. И эта ручка не просто становится комфортной для использования левшей, человека, который пользуется левой рукой как ведущий, но и она сразу обучает его правильно захватывать пишущий инструмент. На первый взгляд предметы обычные, а если присмотреться, они словно в зеркальном отражении. Например, ножницы с перевернутыми лезвиями не мнут бумагу, когда режешь левой рукой. Маргарита Евгеньевна решила сделать сюрприз к 1 сентября своим внукам. Двое из них левши. Я считаю, что это уважение к природе, потому что ломать природу нельзя. Но очень интересно, когда они пишут. Мне самой нравится это, как они пишут в обратную сторону. А так, я считаю, дети нормальные, конечно. Ничего у них какого-то необычного или отличительного от нас нет. Канцелярские новинки существенно облегчают жизнь детям-левшам. Ребятам и так сложно адаптироваться к новой школьной среде. А тут еще и письмо доставляет массу хлопот. В некоторых странах маленьких левшей переучивают насильно. По мнению психологов, этого делать нельзя. Даже напротив, эти ребята обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Алена Агеева, Александр Логинов, Москва, телевидение, Центральный округ.